Отличная новость для абитуриентов. Хибинский технический колледж продолжит свою работу и начал прием студентов на новый учебный год. В марте этого года существование ХТК было под угрозой. Головной вуз Санкт-Петербургский горный университет принял решение о закрытии своего филиала в Кировске. Благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и лично губернатора Марины Ковтун, а также компании «Фосагро» ситуацию удалось изменить. Колледж станет филиалом Мурманского государственного университета. Приемная комиссия начала свою работу. В настоящее время наша приемная комиссия принимает заявления абитуриентов на 4 технические специальности. Выделено 100 бюджетных мест, по 25 мест в каждой группе. Это научное отделение и 10 мест на заочное отделение. Все бюджетные места. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю выпускников школ Кировска, Акитов и других городов Мурманской области для обучения в Хибинском техническом колледже. Прием ведется на следующие 4 специальности: горный электромеханик, монтаж и эксплуатация электрооборудования, подземная разработка и программирование. Подробности можно узнать по телефону 9-43-81. И снова информация для абитуриентов. Кольский филиал Петрозаводского государственного университета начал прием документов. В этом году идет набор на 6 факультетов: физико-энергетический, экономический, гуманитарный, экологический, информатики и прикладной математики. Предусмотрено 2 вида вступительных экзаменов. По ЕГЭ к нам могут поступать выпускники школ, и они могут подавать заявление с 19 июня, то есть с прошлой пятницы, по 24 июля. Совсем другое дело – это те абитуриенты, которые уже имеют начальное или среднее профессиональное образование. Им сдавать ЕГЭ вовсе не обязательно. Они могут поступать к нам в университет на основе наших внутренних испытаний, тех экзаменов, которые мы сами проводим. И вот эта категория абитуриентов может подавать документы до 10 июля. Это очень важно учесть, что до 10 июля нужно подать документы. Также вуз проводит прием в магистратуру по направлениям техническая физика и экономика. Приемная комиссия работает по адресу города Апатиты, Космонавтов 3. Телефон для справок 66 220.